Братья, у меня есть хорошая новость. У нас появилось великое утешение. Святой Иоанн Карпатский говорил, скажу вам самое главное. Каждый раз, когда мы произносим «Господи Иисусе Христе, помилуй нас», Бог нам тайно отвечает: «Аминь, отпущаются тебе грехи твои». И преподобный Силуан, когда говорил с Богом, то Бог ему ответил, что каждый, кто призовет меня хоть раз, спасется. И Силуан сказал: «Мы призываем тебя день и ночь,